конца третьего периода. Одну шайбу в игре по-прежнему необходимо отыграть. Я, честно говоря, немного удивлен тому, что у игры сейчас Князев, Романцев, Бортников. И 2 в 0. Выход. Ружечка. Бросок и гол. 4-2. Андрей Попов забил. У Ружечки результативная передача. Доставать шайбу из ворот. Первая результативная передача для Мартина Ружечки в сезоне. Третье набранное очко.